Йөрәктәрдә яралган моң йөрәктәргә күсәр. Аш кадәр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа эш атнасын күр кәефтә һәм әлбәттә сәламәтлектә каршыларга ятһын. Барыгызга ла имен төн, тәмле төштәр, якты аяз. Killer shark. From the 707, it's no heaven. I'm a top five mob, hypey vet. Ricky Rock, my nigga, I got swag. You can play him 4 hours back to back. Listen, niggas on your team that love that money over everything can never be loyal. Now take that back to the soil, anywhere on earth and it'll work. I'm just sharing my experiences on earth for what it's worth. Maybe it's just me though, cause I don't trust y'all. I'm in a luff on some grapes and a bus ball, tripping like, look at this shit here. This sucker shit is running rampant, it's the moment I feel. It was the moment I feared. High blood fire. Can you hear the noise around? We gonna rave all tonight. A blood fire. Can you hear the noise out there? It's like a rave. We light it up like blood fire. Значит, сел пучком. Юмор ФМ. В Уфе полночь. Фоменко. Конго пригрозило применить боевые патроны против манифестантов. В Венеции ждут. Ты Мейбл. Президент окажется в твоих динамиках через считанные секунды. И далее только лучшие хиты планеты. У микрофона Александр Часовников. Желаю утра. Власти стараются удержать антифашистов под контролем, поскольку чувствуют с их стороны потенциальную угрозу. Так считает участник антифашистского движения Алексей Гаскаров. Я думаю, что это была стандартная процедура специального отдела по борьбе с экстремизмом. В интервью телекомпании CBS. При этом она не смогла дать ответа на вопрос, успеет ли законодатель завершить процедуру импичмента до конца года. Поводом для этого стала состоявшаяся в июле вторая телефонная беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как считают политические оппоненты нынешнего...
этом Андрей Сапегин. Растрата, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями – самые распространенные статьи по уголовным делам, связанным со строительством космодрома «Восточный». Расследование 42 завершено и передано в суд. В настоящее время следствие... Мы в Кемерово. Мы просто недавно вот с семьей переехали в новый дом, нам все очень нравится, но соседи, ребята, это просто вот, это эти вот персонажи из фильма «Иствикские ведьмы», вот эти вот непонятно почему позитивные в 2016 году люди. И чтобы вы понимали, мы зашли, мы не успели зайти в новый дом, закрыть дверь, как услышали к нам стук, дверь такой. А как правило, вот стук футбольная крещатка. Бизнес-дром Павел Самиев.
разовый уровень снижения у разных банков, ну, это примерно диапазон 0,2% до 1% пункта, то есть даже некоторые банки снизили за последний месяц сильнее, чем упала ключевая ставка. Связано это, первое, ну, сам факт того, что ключевая ставка снизилась, а, соответственно, снижаются все ставки на рынке, в том числе и кредитные, и, естественно, фондироваться дороже никакого смысла нет, но есть... Чаты мне в домик.